Итак, оказывается, спустя больше, чем полтора года, как на нас напала Россия на Украину, у некоторых еще есть проблемы, чтобы зайти на AliExpress с компьютера или с ноутбука. Я, честно сказать, был удивлен, узнав это. Ну ладно, на самом деле это не совсем маленькая проблема, ее легко решить. Просто по старой памяти ваш браузер заходит на aliexpress.ru. Ну а естественно на Украине все домены, которые оканчиваются на .ru, они заблокированы. Вам надо просто объяснить своему браузеру, что надо заходить уже на aliexpress.com. Сделать это можно многими способами. Продвинутые граждане тут уже все поймут, все сделают сами. Ну а для кого это все же проблема, я быстренько покажу, как это решается. Итак, в правом верхнем углу мы нажимаем на три точечки, находим дополнительные инструменты и удаление данных о просмотренных страницах. Нажимаем. Мне по умолчанию выкидывает все время, так как я недавно чистил браузер, то есть тут везде стоят галочки. Если вы все это удалите, вы просто почистите свой браузер, все ссылочки, пароли, все будет сохранено. Просто вы до основания почистите браузер. Я этого делать не буду, так как недавно чистил. А вы нажимаете «Удалить данные». Я же нажимаю «Отмена». Итак, после того, как вы почистите все данные, желательно перезапустить ваш браузер, то есть закрываем его, нажимаем на крестик, он закроется, затем открываем снова. Внизу под описанием этого видео я оставлю тестовую ссылочку на aliexpress.com. Копируете, вставляете в браузер и открываете интернет-магазин AliExpress. По умолчанию у вас все будет на английском. И это не проблема. Открываете вашу еще почту желательно и находите там последнее письмо с AliExpress, чтобы сделать еще тестовый вход на AliExpress, то есть нажимаете на ссылочку AliExpress, опять-таки проводим тест, попадаем на AliExpress, тоже ком, но уже тут такой длинный адресок. Дальше авторизируемся. Авторизируемся и выбираем, чтобы язык был английский. Обязательно, иначе вас будет перекидывать постоянно, бог весь куда. Итак, выбрали язык английский, авторизировались. Ну и на этом, можно сказать, в принципе... забыл. У вас все на английском, чтобы был перевод на русский. То есть правой кнопкой мышки нажали и перевести на русский. У вас появляется такое сообщение, здесь на три точки. Всегда переводить английский, ставим галочку. Возможно, будет не с первого раза переводить, так что... Еще раз нажимаем, перевести на русский. Ну, смотрим, чтобы галочка была. Ну, а на этом это, в принципе, и все. Тут ничего сложного нету. Всем удачи, пока.